всех поклонников настоящего футбола. Мы — это ваши комментаторы, как всегда, Георгий Черданцев и Константин Генич. Всем привет, дорогие друзья. Уверен, вы не пожалеете о потраченном времени. Посмотрим на состав Атлетико. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. И смотрим на состав Барселоны. Очень вариативная тактическая. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Деулофео. Может получиться интересная атака. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Адурис. Появляются свобод. Пас на ход. Может быть интересно. Нужно бить поворотом. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Альба. Суарес. Каталонцы переходят в атаку. Подача в штрафную. Там есть Месси. И Барселона получает право на удар с угла поля. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Голкипер снова на высоте. Переводит мяч через перекладину. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепный. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. В центр штрафной мяч направлен. И в штрафной мяч. Атака может быть опасной. Адурис. Муньяи. Адурис. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Немного поторопился он вне игры. В руку мяч попадает. Пытается оспорить там решение арбитра, но он был рядом и все прекрасно видит. Беня! А на тренировках вот такие стандарты отрабатывают ведь? Да, здесь, откровенно говоря, чуть-чуть не повезло. После рикошета мяч попадает к игроку соперника. Пике. Иньеста, Лухан. Серхи Роберто. Лионель Месси. Иван Ракитич. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепная. И как пробил. Ну, вот теперь можно и отдышаться. Великолепный сейв совершил голкипер. Просто потрясающе. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Рауль Гарсия! Из-за травмы игрок не может продолжить встречу, будет замена. Мяч летит в цель. Играет голкипер на выходе, прямо в руки мяч направили. Перехвачен пас Луису Суарес. Уильямс. Попытка с дистанции неудачно, очень уж далеко было до ворот. А вот тебе, получай, невидимое рогатое чудовище. Георгий, ну ты сегодня жжешь, похлеще футболист. Суарес. Иньеста. Штрафной ставит судья. Не хватило буквально совсем немного. Ну, неудивительно с такого расстояния. Да, вот на тренировках такие наверняка часто забивает. Месси. Месси уже вывел футбол как игру на новый уровень. Поразительно, но собственного футбольного потолка. Лионель Месси! Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Активная оборона — это явно не про них. Они же...
Не без проблем удается вратарю перевести мяч через перекладину. Самое скопление. Плохая подача. Голкипер без труда забирает мяч. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Табличка в руках четвертого судьи.